Когда говорят «куттэ келин», когда мы «куттэ келин», имеется в виду не то, что она там будет перед всеми играть, там аниматором прыгать, обихаживать всех, а то, что она с собой приносит такую особую энергетику, особую магию, покровительство божественное. И благодаря этому она станет продолжательницей этого рода, будет рожать детей, а дети – это кут, зародыши детей – это кут. И богатство этой семьи, ну, в первую очередь, скот преувеличится. Бас екі болмай, мал екі болмай. Вот это в этом плане, и в этом плане именно она открывала шанрак и выгоняла скот, отпускала скот по утрам, именно чтобы открыть дорогу коту этой семье, этому роду. А разумеется,